зритель, у меня новинка в моем уходит за лицом. Точнее, за бровями и ресницами. Та-да! Мальдивская мечта, точнее, мальдивские мечты. На самом деле, Maldives Dreams. Активатор для роста ресниц и бровей. Я одну распаковала, пока сейчас монтировала пустые баночки март-февраль. Точнее, наоборот. А другую нет. И думаю, блин, а может распаковать-то на камеру лучше? Заодно ты посмотришь на меня. Смотри, я без очков. Смотри на мои брови. Я тебе даже вот так вот делаю. И на мои ресницы. Как они сейчас. Потому что потом в видео уже будут, как они спустя неделю. Ой, я разрезала, держа ниже камеры. Но я разрежу сейчас еще раз, уже повыше камеры держа. Я заказывала это на Wildberries. Так. Оно прям АСМРное. Если хочешь АСМР, подпишись на АСМР, будет тебе счастье. Оно у нас сделано 15 марта 2022 года и до 14 марта 2024 года живет. То бишь, ровно 2 года можно хранить его. Кошка скинула ремень. Такс. Получатель претензий от потребителей ООО «Позитив». Москва. Срок годности 24 месяца от даты производства. После вскрытия использовать в течение 12 месяцев. Масса нетто 10 мл. Хранить при температуре от 5 до 25 градусов, защищенная от прямого солнечного света. Так, что у нас в составе? Способ применения, используя специальную щетку, нанести небольшое количество на брови и ресницы. Ну, тут рекомендации по применению масла необходимо наносить перед сном. Для максимального эффекта рекомендуется ежедневное использование. Вот 7 дней подряд я пока и буду его использовать, а потом скажу тебе результат. Через полчаса после нанесения излишки масла промокнуть ватным диском. Так, массаж ресниц. Нанесите капельку масла на чистый указательный палец и, наклонив к нему голову, проморгайте веками. Затем расчешите реснички от корней до кончиков. Массаж бровей после нанесения средства по массирующими движениями двигайтесь от переносицы по направлению к вискам. Меры предосторожности. При необходимости провести тест на аллергическую реакцию на запястье руки. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. У нас тут касторовое масло. Еще какое-то масло. Макадамия масло. Персиковое масло. Кокосовое масло. Слушайте, тут одни практически сплошные масла. Ты задаешься вопросом, как это Лёля будет делать? Не крася никогда ресницы со своим зрением минус 13,5 без очков. Слушай, зритель, прозрачный флакончик-то. Я на Вайтберри смотрела на картинку, но не могла понять, что не так. Ну, в смысле, какое оно, что оно выглядит, как, допустим, как блядь для губ полностью плотно, или как тушь для ресниц такая полностью непрозрачная. Но я его выбрала исключительно для бровей. Ну, может быть, попробую еще и для ресниц. Вот. Флакончик такой. Прозрачное масло. Пахнет очень приятно кокосиком. На щеточке сейчас капнет капелька, мне кажется. На он-то течет. Можно ее на пальчик нанесу. Прям с пальчика и помажу. Одну бровь. У меня на губах сейчас помада, она хоть и практически нейтрального такого цвета, но на губы, на помаду это я бы не рискнула сейчас нанести с пальца. Очень хорошая такая щеточка, удобная. Вот смотри. Ну и... Сам флакончик. Maldives Dreams. И на флакончике, кстати, тоже написан срок годности. Ну и когда изготовлено, до какого живет и что 12 месяцев после вскрытия.
Нет, еще один. Я думаю, что такого флакончика надолго хватит. Но на всякий случай тут еще один, второй. И вот я снова тут спустя неделю, зритель. Вот так поешь каких-нибудь невнятных БАДов. Ногти будут ломаться, ресницы осыпаться. Ну вот моя находка. А которую я, кстати, писала в телеге. Год назад писала в телеге. Масло. Maldives Dreams. Ну ты знаешь, что я как бы ресницы не крашу, но вот брови вполне себе. Оно хорошо впитывается. Вообще, я его как бы наносила на ночь, как и написано. Ты знаешь, что у меня зрение фиговое, да? Ну, вот я тебе просто покажу. Щеточка удобная. Но на ресницы я наносила пальчиком. А масло брала со щеточки. Короче, еще хочу сказать. У меня после одного БАДа и ногти поломались, и стали сыпаться ресницы. Я как-то за собой их столько не замечала. На щеке, ну, там, одна-две за день, я подумала, что это много. А с ним, во-первых, у меня, не знаю, помнишь ты или нет, но мне кажется, что вот здесь пара новых волосин появилась. Я мазала 7 дней подряд вечером. Пару раз было утром и вечером. И, во-первых, оно не раздражает кожу, впитывается минут через 30, где-то, ну, в общем, через 30 минут вообще советоваться лишнее снять. Но лишнее там уже ничего не оставалось, ну, как бы ощущалось масло, но не такое, что вот как в самом начале. А потом минут через 40 оно уже полностью впиталось, утром смотришь на себя, умываешься, и никакого масла на лице нет. Ну, что, 6 натуральных масел в составе. И на ресницы я наносила так совсем чуть-чуть, потом промаргивалась. И тоже ничего не щиплет, никакого дискомфорта. Вообще очень классная штука, мне она очень понравилась. Я покупала 330 рублей за штучку. Сейчас оно на Вайтберис вроде чуть дороже, но это у меня такая. У кого-то, может, там скидка на Вайтберис побольше. Ты, зритель, пробовал вообще когда-нибудь масла? Я-то как бы впервые в жизни внезапно так загналась использованием масла. Но я в восторге. Не зря отзывы хорошие на эту штуку. Вот. Зритель, если ты чем-то подобным пользовался, а возможно даже вообще этим маслом, дай знать в комменты. Я почитаю с удовольствием. Поставлю тебе сердечко. Ну да, если хочешь поддержать канал, вот тут облачко будет. Ну и спасибо за просмотр. Пока.